Первые морозы для некоторых актюбинских школьников совпали с первыми пропусками школьных занятий. К примеру, этим утром в средней школе гимназии номер 11 только из-за погоды отсутствовали 52 учащихся начальных классов. Но, по словам директора, большинство детей трескучий мороз не испугал. И занятия проходили в обычном режиме. Сегодня с утра была низкая температура на улице, минус 27, минус 28. В таких погодных условиях родителям разрешается детей оставить дома. Но занятия в школе не отменяются. Согласно имеющемуся приказу, пропущенные учениками занятия из-за погодных условий восстанавливаться не будут. И родителям нужно обратить внимание на подготовку домашнего задания. Если необходима консультация учителя, естественно, обратиться за помощью к учителю, но эти уроки восстанавливаться не будут. В разных частях города температура воздуха этим утром разнилась от минус 22 до минус 29 по Цельсию, хотя по ощущаемости и того больше. Однако официально отмены урока в школах никто не объявлял. Оттого многие родители оказались в замешательстве, стоит ли отпускать детей на занятия. На этот случай в городском отделе образования в очередной раз напомнили, при какой погоде школьников лучше оставить дома. При температуре минус 25 градусов по Цельсию и при ветре 2 метра в секунду отменяется занятие в начальных классах, первых, четвертых классах. При температуре минус 27 и с ветром 2 метра в секунду отменяется занятие в первых, девятых классах. При температуре 30 градусов и ветре 2 метра в секунду отменяется занятие в первых, одиннадцатых классах и в колледжах. В случае скорости ветра, не превышающий температурный режим, порог увеличивается на минус 5 градусов. Как сообщила представитель городского отдела образования, информацию об отмене занятий из-за холодов наряду со средствами массовой информации можно узнать на странице ведомства в социальной сети Инстаграм. Асель Кинжалина, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».